отцовского муниципально-районного полностью до решения вопроса об органе опеки и попечительства, об установлении опеки над ребенком в соответствии с действующим законодательством. Копию данного постановления направить в отдел опеки и попечительства несовершеннолетнего комитета по образованию администрации Омской муниципально-районной области для решения вопроса об установлении опеки в соответствии с действующими санкциями. Если будете с чем-то не согласны, подать его замечание также в течение 30 суток. Какой приговор сейчас получите? Все, судим, зачем закрываем. За которые есть с учетом положения 64, 69, 73 УК, назначено наказание или могло иметь совершение собой, собой наказание исключения полного общего режима. При рассмотрении настоящего уголовного дела установлено, что преступление Юмашева Дмитрия Ребенка, Юмашева Дениса Николаевича, 15-7-10.